Здравствуйте, это телеканал ПС. С вами Юнис, и я готов рассказать вам все, что знаю сам о погоде. Холод и жара – моя стезя, погода. Я расскажу вам обо всем, ведь это моя работа. Итак, о погоде в Архангельской области на 10 апреля. В Котласе минус 7, в течение дня ветер слабый, пасмурно и без осадков. В Плесецке в четверг ясное небо, слабый ветер и температура колеблется от минус 5 до 0. В Вельске тепло, днем воздух прогреется до плюс 1. Возможен снег и пасмурно. И, конечно же, о погоде в Архангельске на 10 апреля, четверг. Утро ясное и холодное, минус 6 на термометре. Ветер слабый, днем температура поднимется до 0. Малооблачно и без осадков. Вечером в Архангельске холодно и ясно, минус 8 градусов и слабый ветер. Зачем мне все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? До свидания. Встретимся на телеканале ПС.